Привет, мальчишки, и привет, девчонки! Сегодня с вами я, Вадим Котом, и мой бро Рори Ган. Всем привет. Ха-ха, он такой скромняшка. Ребят, вы... Добудьте тысячу, миллион, миллиард. Обратно чудить, вы слышали? Это его коронная фраза. Поставьте лайкос под видос. Да, чтобы было миллиард лайков. Ого, ребят, миллиард лайков, вы представляете? Сегодня, кстати, у нас будет веселый-превеселый обзорчик. У нас будет злая учителька Мести, у нас злой мороженчик. И, ребят, выберем еще какой-нибудь. Скорее всего, будет сиреноголовый. Голова. Сиреноголовый. А я его называю сиреневая голова. Смотрите, смотрите, ребят. Это первая часть. Этот жирный парень по имени Чарли подошел к нашему роду мороженчику. Ты видел что? Ты видел что? Я чуть не укакался, ёлки-палки. Фух, манать, ребят. Вы видели? Надо в полицию звонить. Где мой телефон, стопэ? Так, рогатка. А телефон где? Ё-моё, мама, компьютер даже забрала. Ёшкин баба Ёшкин. Так, ребят, надо валить отсюда. Он может прийти ко мне в дом. Ёлы-палы, ребят, надо срочно бежать к соседям. Может, там кто есть. Ё-моё, уже и звёзды на небе, ребят. О, это что такое? Я не понял, а как она здесь оказалась? О, это мороженчика карта, ребят. Так он даже не выходил же, да? Нет, выходил. Куда он не выходил? Смотри, вот он только вышел. А карта уже у меня. Ой-ой-ой. Мама мия, мне страшно, ребят. Я надеюсь, он не будет заглядывать сюда. Нет, он сейчас... Он прям возле меня, ребят, я боюсь. Ребята, страшно мне. Упс, Рори, это ты? Он ушел, ребят, это я пердел тут, потому что реально стрёмненько. Так. Подожду, ребят, подожду, пусть зайдет за свой фургончик. О, пошел. Так, ребятушки, куда же я прусь, ребят, блин? А меня все тянет. Ой, мама мия! Так, вешаем карту, ребят, и валим в кафетерию. Кофеечку попить. Ребят. Мороженчик будет здесь? Не там. Где там? О, смотри, смотри. А ёлки-палки, и ворота закрылись. Чарли, как ты мог залезть сюда? Ё-моё, ребят, а как мне от него убегать, если что? Никак. Как? О, вон он уже. У-ху-ху-ху. Здрасте, кофеёчку можно? Наливай. Наливай быстро мне кофе. Так, ребят, ой, я не успею. А может, успею? Так, здрасте, рот, здравствуйте. Мама мия, ребят. Роди, рот, ты урод. Мама мия, ребят, что мне надо делать? Давай забежим, быстро глянем. Бейджик этот, кто тут? Дональд. Мама, ребят, Дональд, сегодня будет на смене Дональд. Мама. Слушай, глянь, я куда залез. Это опасное место. А вон он. Роди, ты меня видишь, дурачок? Роди, дурачок. Сними шапку, колпачок. Ребят, он меня вообще не видит, да? Иди сюда, жирный. Не, за тобой. Кабан, а иди сюда, тебе в морду дам сейчас с выпрыжки. Как там, блин, а как прыгать, я вообще не понимаю. Ля-ля-ля, ну иди сюда. Иди, малыш, сюда. Перди. Так, слушай, а я пойду дальше. Ой, фу, не в туалет же, Ванюха, ну ты дойдешь. Дверь заблокирована. Ёлы-палы, ребят, вот это зашел. Так, у нас Дональд, ребят, на смене. А здесь... О, здесь кто-нибудь есть? Ау, ребят, мама! Так, ребят, я очнулся у него в гараже. О, он меня запер в холодильник. Вообще сумасшедший, гляньте, вон он ходит. Рот заснул, друзья мои. Так, а чем бы мне раздолбашить это... Окно. Ладно, ребят, а ну сюда. Я тут был или не? Не, ребят, я починю провода и смогу выйти просто-напросто отсюда. О, рот спит, ребят, а я отсюда выхожу. Ёлы-палы, а мне надо канистра. О, где канистра? Ребят, рот спит. Вокруг оббегу, может, что найду. А, вот она, ребят, вот она. Да пусть проснулся, молодец он. Надо посмотреть, где он есть, ребят. И свалить отсюда по барику. Какая-то музычка, ребят. Что за музычка, я не понял. Вон он. О-о-о-о! Конечно, иди ко мне, дружок. Иди ко мне сюда, иди, мороженая голова ты.
Ух, ребят, он может и бежать, поэтому лучше с ним не шутить. Нет, это другой. Если на какую-то кнопку нажать... Если на другую кнопку что-то нажать... Слушай, а, вон он, вон, смотри. Что будет бегать. Да? Да, на какую-то кнопку, если поймаем. Нас скоро поймают, и нас пока что обнаружили. Цыц, молчи. Ха-ха-ха! Не поймает, ребят, он нас не поймает, а мы... Поехали в гараж. Кто так очень громко нас сделал? Ты, Рориган, сделал очень громко, ребят. Так, ну что? Давайте выходить пока не будем. А ты, Чарли, сосунок такой, сиди здесь. Ребят, предлагаю пока побатлить. Знаете, в какую игру? Не, в Сиреноголовом. Вот, ребят, вот эту, помните миссию? Я никак ее и не пройду. Мне ой. Срочно надо, ребят. Чик-чик-чик-чик-чик. Да блин, забываю, куда тут нажимать-то. Сюда и сюда. Все, ребят, у меня сейчас закончится бензинчик, а мне надо сделать несколько фоток головы сирены. Головы сирены, ребят. Давайте пропустим эту бредятиню, мы уже это видели. О, ребята, спасибо за рекламку. Ха-ха-ха. Так, ребят, где? Главное, чтобы не заглючило управление. Так, я не понял. Смотрите, блин, вообще подглючивает, ребят, полным ходом. Ладно, пока сиреноголового нету, ребят. Буду. Не, его еще нету. Я успею на второй этаж забраться и забрать канистру. Тихо, тихо, тихо. Так, ребят, вижу канистру. Так, сиреноголового не видно. Не, братаны, не видно, пока не видно. Валим отсюда. Пока голова сирены не пищит, друзья мои, где он есть? Не видно, вы представляете, я даже уже одну канистру принес, а его не видно. А, вот он, мама мия, ребят, какой он стрёмный. Да сейчас буду смотреть же, тут есть? Ого, ребят, какой он страшный, какие руки, а башка какая. Ребят, я его сфотографировал и тем самым я ему замедлил ход. Теперь мне надо быстро забрать вот эту вот канистрочку. И как-то же бежать мне надо, ребята. А он прямо возле моей машинки. Летим, летим. Не боюсь, бро. Да я не боюсь. Ну, как не боюсь. Очкую немного. Вон моя машина, ребят. Газу, Вадюха, газу. Так, ребят, обратно этот яйцеголовый тут. Так, не помнишь, я пробегал мимо него, и он меня схватил. Лучше я так баловаться не буду. Бегу, мама мия. Скорость бешеную имею. А куда мы там мультяшного кота придем? Да ну его в баню, и кота, и этого дилду. А я хочу. Так, слушай, опа, а ты видишь, что тут есть? Нет, там канистра. Тихо. Ух, ух, я не помню, не помню, не помню. 48-13. Сюда 48-13 может подойти? Тихо-тихо-тихо! 48-13! Apply! Внимание! Все, смотри, я не могу голову поднять! Заглючило, ребят, вот и все! Сирена головы меня поймала! Усраться и не жить, ребят, реально стрёмненько! Лучше мы сейчас пранканем нашу училку! Мести, мы тебя сейчас будем пранковать. Давай в следующем выпуске мы поиграем в сиреноголового и выберем мультяшного кота. Поэтому, ребят, кому хочется увидеть мультяшного кота и сиреневую голову, ну, не сиреневую, блин, что я называю сиреневое? Ой, какой вкусный супчик будет сейчас, молочный с хлопьями. Я так люблю этот супчик. А Гоша, ты где, Гоша? Приходи со мной позавтракать. Эх, Гоша, Гоша. Ребят, тут закрыто? Офигеть, мне подсказка, есть отмычка. Да спасибо, я вообще-то знал. Миллиард миллионов миллиардов. Так, ребят, где наша Мести? Давай, позвоним. Делинь-делинь, к вам гости, Мести. Так, а давай я возьму этот капканчик и попробую ее словить. Кис-кис-кис-кис-кис. Мести, киски. Она что, влипает? О, поняла. А, не сработало, ребята! Мама! Тихо! Не ссыкать!
двери открываются, ребят. Вы видели? Я прям сам в шоке, ребят, как все так произошло. Где она? Она уже где-то на той стороне. Вот он я, вот он. Мести, я прыгаю. Опа, а что это такое, смотри. Чердак. Чердак, ребят, как туда залезть? Там, наверное, будет новый этаж. Слушай, а я могу прыгнуть вниз? Не могу. Так. А я там прыгал. Смотри, смотри, она идет сюда. А мне так получилось. Тихо, она меня обхитрила. Смотри, наверх пошла. Сейчас бахну тут. Опа, ребята, она уже тут наверху. А я сейчас подсыплю соли. Подсыплю соли, соли. Сольки. Тебе в кетчуп. Это острый-приострый, ребят. Давайте из соли. Пусть будет вкусно для нее. Ой, блин. Нет, это неправильно. Щет, она может меня увидеть, да? Может, это не... Ладно, ребят, пока что валю отсюда. Тигрик. Да, я думаю, правильно. Сейчас она скушает и отравится. Ой, какой завтрак, мой любимый. Сладко-молочный супчик с хлопьями. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, сейчас вырву. Что за... Кто это посмел сделать? Ах ты, дышь малолетний, я тебе вообще голову на уши натяну. Что ты творишь, такую творилка? Ладно, ребят, с вами был Вадимка и Рориган. Ребят, это был веселый-веселый обзорчик самых крутых игруль. В следующей серии будет еще интереснее, ребят. Кто ждал сиреневую голову? Блин, голову сирены, ждите.